Вождение под градусом еще никого не доводило до добра. Регулярно в новостной ленте появляются сообщения о ДТП с участием нетрезвого водителя. А благодаря регулярному профилактическому мероприятию «Нетрезвый водитель» инспекторы ловят не один десяток нарушителей. Так и в этот раз в регионе задержали 36 пьяных за рулем. Некоторые из них отказались проходить медицинское освидетельствование. А 5 водителей и вовсе попали из-за повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помните, что вождение транспортного средства несовместимо даже с легкой степенью опьянения. Необдуманный поступок может привести к неповторимым последствиям. Безопасность на наших дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Пик количества водителей под шофе – вечернее время и выходные. В это время дорожно-постовая служба старается останавливать каждого. Ряд дежурных вопросов, проверка документов. За это время сотрудник ДПС успевает осмотреть салон и присмотреться к водителю. А при возникновении подозрений просят пройти в дежурную машину и провериться на алкогольное опьянение. За прошедшие 10 месяцев текущего года на территории Ульяновской области по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 29 человек погибли и 77 получили травмы различной степени тяжести. За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если же автовладелец нарушает закон во второй раз, то ему грозит уголовная ответственность. Сообщить о водителях, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, можно по телефону 112 или по специально выделенным телефонным линиям 736-735, 736-736. Анна Тищенко, Олправда ТВ.